мармелад, понятно, мармелад. Это, ну, его делают из фруктов. Его можно делать из яблока, из клубники, из банана, из желе. Из малины. Из сахара. И в желе. Нужны кирпичи и всякие краски. Из кирпичей. Эскалатор. Бульдозер. Из кирпичей. Цемента. Дерево. Сначала можно кого-нибудь взять, но приходить к нему, кто умеет вязать, и пробовать, как он. И ты будешь, у тебя все будет лучше и лучше, и ты будешь, у тебя будет получаться. И иголка с ниткой. Посмотреть. Смотреть телефон, и потом много раз так пробовать. И потом ты еще быстрее научишься. Нужно уметь иголкой управлять.